Сегодня Азербайджаном проделывается большая работа по донесению правды об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте до мировой общественности. 20% территории страны до сих пор находится под оккупацией вооруженных сил Армении. Около миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. А в феврале 1992 года всего за одну ночь в азербайджанском городе Худжалы было убито 613 мирных жителей. Мемориал памяти жертв Худжалы посещают иностранные государственные политические деятели, представители дипкорпуса. Находясь с визитом в Баку, государственный секретарь Министерства иностранных дел Испании Фернандо Мартин Валенсуэла Марсон сегодня также посетил мемориал «Зов матери», возложил цветы к нему и почтил память жертв геноцида минутой молчания.